Меньше суток осталось до отлета тюменской делегации в Сочи. Напомню, 204 человека примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Торжественное открытие состоится уже в это воскресенье. В течение недели у ребят будет возможность получить навыки по предпринимательству, в сфере экологии и здоровья, узнать о будущем авиации, науки и образования. О последних наставлениях делегатам. Репортаж Марины Климович. Молодые и смелые. Эти тюменцы уже добились многого. Делегаты все как один с длинным списком заслуг. Научные работы, открытия, собственный бизнес, медали. Представители культуры, медиа, бизнеса, спорта. Элита молодежной сферы поедет в Сочи за новыми знаниями и опытом. Еду по направлению архитектура, урбанизм и дизайн. Я архитектор. Вот. Ну, интересно, естественно, то, что это мероприятие масштабное. Да, много будет различных даже направлений в моем направлении, не говоря уже о том, что их еще больше сверх, да, архитектуры. Я буду участвовать в направлении медиа-центр, в направлении фотография. Я фриланс-фотограф, живу сейчас в Петербурге и учусь в школе документальной фотографии. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в России проходит в третий раз, но в жизни каждого из них он будет лишь единожды. Из 1000 заявок были отобраны 200 кандидатов от области. Участница фестиваля 57-го года Валентина Сивакова, как сегодня помнит события 60-летней давности. Москва рукоплескала гостям. Всюду нас встречали цветы, улыбки, радушное гостеприимство. От Тюменской области было отправлено 50 делегатов. Вот вас, я смотрю, в 4 раза больше с лихвой. Эта встреча без особых напутствий и нравоучений – одно из главных пожеланий в дорогу. Не упустите свой шанс, ребята. Участие в этом фестивале – это очень важный опыт для молодого человека, потому что, понимаете, мы живем как будто бы на острове, и от нас очень далеко до каких-то других стран, других территорий. Мы привыкли вариться в своем бульоне. Иногда очень важно оказаться в среде других людей, не похожих на тебя, иностранцев, с другими привычками, с другим языком, для того, чтобы понять на самом деле, кто ты есть. За сутки до вылета подготовка документов и первая единая форма. Ее разрабатывали москвичи. У нашего региона цвет желтый. В честь одного из лепестков знаменитого символа фестиваля – ромашки. В ближайшие 2 недели их жизнь будет посвящена фестивалю. И уж точно они вернутся совершенно другими людьми. С новым опытом и массой впечатлений. Марина Климович, Дмитрий Ларичев, «Тюменское время».